Вітаємо вас, друзі! Вже в цей четвер Донецький Олімпік зіграє свій перший історичний матч в Єврокубках в третьому кваліфай-раунді Ліги Європи. Команда Романа Санжара прийме в Києві на стадіоні Динамо грецький паок. Ми поговоримо про цей поєдинок, про старт чемпіонату України, про підготовку та ще багато чого іншого з головним тренером Донецького Олімпіка Романом Миколаївичем Санжаром. Роман я вам дуже вдячний, що ви знайшли час. І я розумію, що ми вас вирвали за два дні до самого матчу. Я вам за це вдячний. Питань у нас багато, люди запитують про різне, про збори, там про кадри, тому що у вас достатньо змінилася команда, про паок. От як би ви загалом оцінили збори, контрольні матчі підготовку до сезону? Ну, сами, самими зборами і умовами, які були у нас на зборах, я всім доволен. Ми проходили підготовку на базі металіста от, в Харкові. Поэтому само качество сборов мне понравилось. Э -э вот. Э -э сбор очень был емкий. Наша задача была просмотреть. У нас, нас покинули ребята. Наша задача была и наиграть состав, и просмотреть много потенциальных новичков. Поэтому было проделано очень много работы, и я получил очень много информации. Поэтому то, как прошли сборы, сами я, я доволен. Вот сейчас мы на экран вывели физическое тренирование. Так на чем вы выработали большой акцент в работе? Ну, безусловно, надо было и подготовить ребят физически, и просмотреть ребят. И многих для этого у нас было достаточно матчей поэтому на, наиграть новые игровые связи, поэтому было было все в комплексе mm -hmm. и тактические занятия и работа над функциональными над функциональным состоянием над э, поднятием наших физических качеств, вот поэтому всего все все было так в комплексе была очень такая проведена объемная работа э, провели два спарринга? так выходит нет мы провели больше спаррингов. Ми зіграли із із Геліусом, із «Ахтиркою», і з Маріуполем. Ви потом... інтенсивно вибудовували поєдинки, так що вот була підход. у нас так була построєна робота, що ми играли через три на четвертий. день через через два на третий, то есть мы мне надо было как бы в, в игры нужны были игры для того чтобы было и через эти игры и подготовить ребят которые уже находились на контрактах в команде и плюс в этих играх я тоже просматривал очень много новичков которые приезжали уезжали то есть тренировки реально оценить их їхні возможности, их потенциал очень сложно, для этого нужны были игры. Поэтому в каждой из игр я пытался и подготовить наших ребят, mm. и просмотреть потенциальных новичков. И, с другой стороны, вы так, что, от, как в игровом режиме, так? Как с 2 на 3, а там с 3 на 4? С 3 на 4, да. Все правильно. Так. Про кадри люди у нас запитують. Чи задоволені ви кадровою політикою з команди пішло багато гравців? Ну, от, загалом, е, от як ви оціните те, що достатньо велика кількість гравців пішла, але багато і прийшло? Ну, Безусловно, це дуже плохо. Тим більше в предвірних матчів за такой короткий період создать нову команду, наіграти нові зв'язки. сплотить команду очень-очень сложно. Некоторые ребята приезжали уже непосредственно от нас, Антон Кравченко, Артем Шабанов, они приехали уже практически под конец сборов, но они квалифицированные футболисты, и им понадобилось меньше времени для того, чтобы понять требования, потому что они уже пришли с багажом. Есть ребята, которые пополнили наши ряды, но они находятся не в оптимальных кондициях тоже. И я вижу, что мы как бы не успеваем, как не успевали к чемпионату и тем более к матчам Лиги Европы. Поэтому, безусловно, то, что ушло большое количество футболистов, плюс это ушли лидеры команды, системообразующие футболисты, и, в этом, и это сразу же отражается на игре. В команде может на игру команды может повлиять отсутствие даже одного футболиста. А когда это 5-6, мы в зимнее межсезонье потеряли много футболистов. Летом у нас практически обновилась полностью команда. И дело в том, что мы из того количества ребят, которые пришли, вот, серьезного, на данный момент серьезного уровня футболиста, я считаю, что это Антон Кравченко Артем Шабанов. Вот, Андрей Богданов вернулся в команду, но он вернулся тоже под конец сборов и опять-таки подготовиться себя, подготовить себя физически очень сложно. Но Андрей тоже высокого уровня футболист и за счет индивидуальных качеств и за счет игр он безусловно набирает свои кондиции, но все так быстро и мгновенно не происходит. Вот, э, те ребята остальные, которые пополнили наши ряды, э, и то им надо, это перспективные ребята, но им надо подтягиваться, им надо прибавлять, вот, э, в принципе, как, как и всем остальным. У нас сейчас в составе много молодежи, вот, и понятно, что молодежи свойственна нестабильность, поэтому, ну так, мы к очень важным для себя играм подходим, ну, не в своих, можно сказать, оптимальных кондициях. Но об этом, наверное, говорят и результаты сборов. Конечно, на, на сборах я с одной стороны не смотрел на результаты. С другой стороны, э в любом случае ты ставишь задачу победить. И когда команда не выигрывает, даже на сборах. Это, конечно, бьет по уверенности, по психологии. Вот. Поэтому э мы, можно сказать так, э находимся в стадии строительства новой игры, новой команды. Вы вспомнили про Андрея Богданова, который вернулся в команду. Він пішов, да. тоді удалось домовитись. Возможно, ще с кем-то перемовини, можливо, возможно, еще кто-то вернуться. Тимур порцвания mm -hmm. без команды, насколько я знаю, ну, Тимур Парцвания без команды, но с сегодня... Тимуром у нас был такой разговор, что Тимур э, сам изъявил желание изначально восстановиться. Э, э, у него травма колена. Он ще й в квітні не ем... так? да? Да, да, да. И на сегодняшний день он еще, скажем так, не, не работает с мячом. То есть тогда, когда он, он сказал, что на, тогда, когда я почувствую, что я готов играть, выходить и, и работать, скажем так, с мячом в основной группе, то мы возобновим переговоры. Если мы договоримся по условиям, то Тимур останется. Если мы не договоримся по условиям, то Тимур не останется и будет дальше себе искать варианты. Розкажіть про першого в історії клубу бразильця. Я, як шукали, як знайшли, потім характеристики? Ну, він приїхав до нас, е, на самом деле... Коста Теноріо Гутінеєр. На... Гуті, Гутінеєр, так. Гу... Гутінер, Гутінер, да, так озвучено. да. Не Гутінеєр, Гутінеєр. Хоча хлопці називають в команді його Гучі. Гучі, да. логічно. Він да. е, приїхав до нас на збор в Турції. Е, і в тих іграх, які у нас були, я, як би, розглядав В нем, что есть, есть качества яркие, есть и определенные минусы в его игре. Поэтому мы его пригласили сюда, в Украину. После приезда в Украину он начал здесь работать на синтетике. Затем разболелась спина, он на какое-то время выпал. И получилось, что мы вот всю, ну, можно сказать, весеннюю часть он пропустил. Опять начал с нами работать только в конце сезона но не имея каких-то игр очень тяжело э, принять решение. В нем как бы были и плюсы, которые мне импонировали, но и я вижу минусы в его игре. Мне хотелось посмотреть, как он будет развиваться и будет ли он развиваться. Поэтому хотелось более детально, чтобы он с нами побыл, поварился. И э, я уже на протяжении какого-то времени принял решение. Поэтому он с нами э, начал сборы, э, провел сборы. Ну, мне мне понравилась его работа и мы приняли решение о том, чтобы подписать с ним контракт. Вот. На сегодняшний день практически все согласовано, контракт подписан, вот. но есть документальные вопросы, то есть ждем, 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 когда получится у нас его заявить, там идет обмен документами. Вот. поэтому он вот-вот должен как бы уже стать полноценным игроком Олимпика. Нещодавно заключений був контракт з Артемом Кічаком. Так да. буде Махарадзе змінщик нарешті. Нарешті я хотів поговорити от про Махарадзе. Теж було дуже багато розмов, що може піти з команди. Голкіпер показав себе на серйозному рівні в минулому сезоні, і, напевно, була зацікавленість з боку інших команд. Як, як би ви оцінили свого голкіпера, і як вдалося домовитися, що він залишився? Я думаю, що опять таки заурі та один із наших. Тоже можно сказать система образующих футболистов. С точки зрения э, духа команды э, Заури очень длительное время находится в Олимпике. Он прошел еще нас с нашей школы, то есть он с нами был и во второй, и там и в первой лиге вышел в премьер-лигу, то есть и вот э, на сегодняшний день набрал такие кондиции, вот уверенность в себе то есть то есть когда мне кажется когда заури в команде на, на футбольном поле это вселяет уверенность во всю нашу команду в линию обороны в нас тоже то есть когда, когда заури находится в своих оптимальных кондициях, то есть уверенность что наши ворота на под серьезным замком. З капітанською пов'язкою вже виходив в цьому сезоні Заурі. Да, я, так, безумовно, я довірив йому пов'язку, тому що він більше всіх знаходиться в команді, являється лідером команди. Я считаю, что он её заслужил. А тепер в основній команді два голкіпери, так? Заурі і Кичак, да, так? Кичак, да. Ще третього будете шукати чи буде такого з молоді пета? Ус ну, нами періодично тренуються е-е ми приглашаємо вратарі з нашої молодёжної команди. вот, которые просто находятся рядом с нами, как бы варятся в, в этой кухне. Вот. Но основными вратарями являются и и на сегодняшний день Кичак. Моха играет в Олимпику? На сегодняшний день, да. Так. Да пропозиции, может, какие-то есть по игратцю, что думали, что уже залишить. Ну есть, как бы есть переговоры по нему, им интересуется ну, на сегодняшний день ряд команд, но опять-таки получ... то есть останется ли он с нами или перейдет, все зависит от того, как проведет руководство переговоры. Поэтому на сегодняшний день он работает и готовится к играм и сконцентрирован на работе. В новий сезон Олімпік вийшов з новою формою, так, Роман Миколаєвич? Да. І як вам взагалі новий дизайн, ми підготували теж відео, зараз покажемо про те, як проходили зйомки, фотосесії нової форми. Що скажете? Ви знаєте, хороша, нова форма, але но мене більше цікавить не красота, не красота форми, а більше гра. Якщо ми будемо достойно грати, на нас і форма люба буде. А якщо ми будемо грати плохо, то. Ну, никакая форма нас не украсит, поэтому я к этому отношусь очень ровно. Для вас национального футбольные моменты не главные, так? Главные это вообще отек? не. Это 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 важно, потому что ну новая форма всегда все равно какие-то эмоции. Увага. Да да, но но не более того. Это для игры команды это это не главное. Это то, что должно быть, это это наверное. Так має бути, то есть має бути форма, нова, как-то люблять но Але таки, для мене, як для тренера, це важное, это игра команди. В першому турі чемпіонату України після цих всіх кадрових перетрубацій, про які ми з вами згадували, ви поїхали на виїзд до Олександрії. І от ну, у букмекерів і у спеціалістів, Олександрія була фаворитом матчу. Ви звідти поїхали з перемогою 2-0. В минулому Торі зіграли в ничью 0-0 з Зиркой. Чотири очки в двох матчах, третє місце в турнірній таблиці. От як, як ви оціните старт команди в чемпіонаті? З точки зрения, опять-таки, получилось дві різні гри. З точки зору очкового баланса, то есть 4 очка, зіграв 2 игры на виїзді, напевно, не найгірший результат. Але эти дві гри були абсолютно різні. Якщо у нас С Александрией, можно сказать, получилось все, практически, то, что мы как бы планировали. И мне понравилась э, игра нашей команды. Вот, э, то э, в игре с «Зиркой» все прошло, произошло ровно наоборот. Я думаю, что мы, конечно же, хотели победить, но матч слаживался для нас по своему рисунку так, что я считаю, что мы приобрели одну очко, потому что реально могли как бы, проиграть. Вот. И я об этом говорил еще после матча в Александрии. То есть я прекрасно понимаю потенциал на сегодняшний день нашей команды. Я понимаю все наши плюсы и минусы нашей команды. Поэтому то, что мы находимся после второго тура на третьем месте, то есть, если честно, я на наше место после второго тура даже не смотрю турнирную таблицу. То есть, почему? Потому что в этом нет никакого смысла. Надо сыграть хотя бы 4-5-6 игр, и тогда, тогда можно будет о чем-то говорить. То есть по истечению этих игр у меня уже сформируется какое-то мнение по игрокам, которые пришли. И я для себя уже пойму окончательный как бы, потенциал футболистов. Потому что товарищеские игры – это товарищеские игры, тренировки – это тренировки а официальные игры это совсем другое. Поэтому, если честно, я на сегодняшний день турнирную таблицу вообще не смотрю. Вот как раз вы сгадали про то, что будете оценивать уровень гравцов, которые пришли да, трошки позже. Вот у нас есть вопрос. Роман Николаевич, как вам игра Хоматова в последней игре? Не планируете ли вы его тоже отдать в аренду? В последней игре Влад сыграл и не только Влад, э но и Влад в том числе сыграл невыразительно. У нас впереди очень многое не получилось. Вот. Хотя очень старался, но был, вы, выглядел тяжело, и с точки зрения тактики у нас многое в атаке не получилось. Но у меня вопросы не только к нему. То есть у меня вопросы к многим футболистам, но и в том числе и Влад, я считаю, что несмотря на свою молодость, он все равно может больше. И опять-таки очень важна стабильность. То есть Влад лучше сыграл в Александрии, то есть получилось забить гол. Вот. В этой игре практически не угрожал воротам соперника. Да, старался, работал много на оборону, но вперед действий было мало по поводу того отдавать в аренду или не отдавать то есть я еще раз хочу сказать что я хочу принимать как бы вот какие-то решения уже по истечению каких-то игр а вообще для того чтобы развив... молодые футболисты развивались я считаю что им действительно надо играть то есть мы посмотрим если он потянет как бы мы, мы увидим это дальше по играм, если он потянет, то, конечно, я бы хотел, чтобы он остался у вас. Если я увижу, что по, по игре Влад не потянет, тогда, возможно, этот вопрос будет актуален. Потому что самое главное играть, я считаю, что уровень дублей Влад перерос. Вот, а вот скажем так, дорос ли он до игрока уровня премьер-лиги, не просто для игрока, а для игрока, который, с которым можно решать какие-то задачи. Вот. Это совсем другое. И вот надо сыграть больше матчей для того, чтобы мне ну, вот, более досконально понять. А вот вы сказали, что команда сыграла невыразно против Зирки. Так, а с чем да. вы повязываете такую Во-первых, мне не понравилось наше состояние. Это оно было разное. Есть ребята, которые себя, мы после игры разговаривали, есть ребята, которые себя чувствовали хорошо и физически, есть ребята, которым было очень тяжело. И поэтому, ну, э, то есть видно, что мы на сегодняшний день команда находится как бы в, в разных кондициях. Плюс э, в игровом плане э, то ли мне не удалось достучаться, то есть мы не смогли реализовать свой план. Как бы на игру. То ли мне не удалось, удалось достучаться, то ли ребята меня не дослышали. Вот. Но именно в атаке у нас многое не получилось. Вы сказали, что не удалось достукаться. Не может быть такого, что гравцы были трошки думками в матче Лиги Европы? Я думаю, что нет. Я ни одного слова практически не сказал о, о Паоке только в каких-то общих чертах там и так далее. Я сомневаюсь. То есть э, я больше думаю, что, во-первых, хорошо сыграла Зирка. То есть я так считаю. И э, это, наверное, было тоже той причиной, по которой нам не удалось реализовать свои, э, свой план на игру. Вот. Ну и плюс э, мы, возможно, где-то себя как положено, не докрутили, не подготовились. Но я не думаю, что матч с Пауком как-то на это повлиял. Ну, вы однозначно певные уроки из этого матча перед Пауком себе сделали, я думаю. Безусловно. Каждая игра для меня, почему я как бы говорю о том, что мне надо 5-6 игр, для того, чтобы, потому что только игра может дать полноценную картину и информацию для тренера. Вот мы сыграли одну-вторую игру, и, конечно же, у меня формируются какие-то мои уже выводы, мое мнение формируется, и я уже вижу, э, какое, что нам подходит, что какой стиль нам не подходит, что у нас получается, что не получается. Э, э, в каком сочетании нам лучше выходить? Ведь я тоже смотрю, потому что сборы это сборы, э, а чемпионат это совсем другое. Я смотрю, кто как психологически готов. э кто как терпит какие-то неудачи или кто как переживает вот радостные какие-то моменты. То есть на все эти, то есть я получается, ну, изучаю на сегодняшний день футболистов, а изучить их можно только в игре. Ну так, і це весь комплекс цих моментів тоді й дає вже певно групу, ви не результат, який ви хочете. Безусловно. Роман Миколайович, жеребкування Ліги Європи, так? От був ще Атлетик Білбао. И mm -hmm. был Паук потом, наверное, наступный по такому, по, по От що Вот что вы подумали, первые ваши думки можете загадать? Ну, честно, я больше б, э, доволен. Yeah? Да, но если бы был Атлетик, это было ну, как бы очень сложно для нас. То есть я понимаю, что это действительно... Да, можно сыграть, но было бы очень сложно. Будет сложно и с Пауком. Но я думаю, что все-таки при... Определенно сложившихся обстоятельствах. То есть все-таки ми можемо достойно сыграть і пройти эту команду. Опять таки, але від э, нас від самих нас буде зависеть. На виїзді буде дуже тяжко. Всі знають про підтримку так? грецьких болівальників. Вони да. такі самі шалені, як і турецькі вболівальники. Будете робити акцент на першому матчі, що треба забувати і не пропускати. Ну, це безусловно. Но и первый, и второй матч важный. И то, что там есть поддержка болельщиков, может быть как минусом, но если правильно подготовиться, это может быть так и плюсом для нас, потому что ты настраиваешь себя, ну, понимая то, как будет там тяжело. То есть футболисты уже внутренне готовятся, они понимают, а мы их будем готовить правильно, психологически, для того, чтобы правильно противостоять поддержке, чтобы нас ничто не расшатало, то, что там будут зрители, шуметь и так далее, пусть, пусть это давит на них. В минулому під час минулого чемпіонату України в гості до нас приходили і Тимур Парцвані і Кирило Петро, які вже обидва пішли. От ви сказали, що Тимур може повернутися, і всі вони казали, що от, чим славиться Олімпік серед футболістів, це гарним мікрокліматом. Так, от е, яка люди запитують, просто до чого я веду що От якої в команді настріяння перед палком? От як, як взагалі, от ви теж славитесь як серйозний психолог? Такі як ви будете хлопців налаштовувати? Яка зараз атмосфера? Ви знаєте, атмосфера робоча. Вот знаете, не всегда э, вот принято говорить, что после победы вот хорошее настроение. Вот это вот хорошее настроение после победы не всегда хорошо влияет на последующий матч. Иногда поражения, какие-то неудачные матчи, они наоборот э, с точки зрения будущей игры влияют более положительно на команду, чем чем даже победы. Поэтому на сегодняшний день рабочая обстановка в команде, то есть мы понимаем, что мы, мы недовольны своей игрой, и я, и, и сами ребята Зирка. И я думаю, что вот то, что мы недовольны собой, должно нас мобилизировать, и мы должны как положено подготовиться к пауку. Как, кто, по вашему мнению, сейчас находится в самой оптимальной форме из игроков Олимпика? Ну, на сегодняшний день в оптимальной форме находятся наша наша линия обороны и и наверное и Моха, если взять группу атаки. Всем остальным ребятам надо подтягиваться. Ну цей процесс будет рывалый, так? Подтягиваться надо всем, но на сегодняшний день лучше выглядят и физически и больше как-то вот психологически я вижу, что линия обороны наша лучше работает. И об этом говорят как бы результаты двух матчей. Все-таки нам и в тяжелой игре с Зиркой мы не пропустили, и с Александрией практически ничего не дали сделать за, за счетом вот, стандартов, на которых мы не доработали, и дали возможность пробить. Все остальное в обороне мы достаточно хорошо перекрыли и справились. В команду прийшло багато гравців. Ми з вами згадували і в різний період часу, так не відразу там перед зборами, а дехто навіть перед уже стартом чемпіонату ви yeah. якось плануєте, як буде команда виходити на одні кондиції на ці оптимальні, до якого матчу може вийти. Ви знаєте, у нас в нашій команді це очень сложно. Почому для того, щоб виходити на рівні кондиції, то футболісти повинні. Грати. У нас проблема то, что Дубль находится, наш Дубль, наша молодежная команда находится далеко от нас, и мне, нам очень сложно э, просто даже послать игроков на эту игру для того, чтобы они там сыграли. Почему? Потому что играют на синтетике э, в белой церкви, и это не есть очень хорошо. У ребят есть какие-то прошлые травмы, которые воспаляются после того как они проведут игру на на синтетических полях и поэтому играем в разные дни переезды то есть в, в в этом плане как бы тяжело хотя хотя в идеале понятно что для того чтобы выйти игроку на свои кондиции футболист должен играть пусть это там пусть это даже за дубли но футболист должен играть и не имея вот практики очень сложно подтянуть всю команду под один уровень Ну, цей процес дуже тривалий час. Лігше держати свої кондиції тим ребятам, які більше грають. Ті ребята, які менше грають, їм в цьому плані складніше. Що ви вже вивчили про палку? Щось побачили таке, що, що звичайному, там, можливо, погляду не помітно про гру цієї команди. Ні. Ну, основним, скажімо, плюсом і основними сильними сторонами цієї команди, являється. индивидуально сильная игра атакующей группы. То есть есть высокий нападающий, индивидуально сильные э, вингеры. Поэтому Лео Матос то является тоже таким значимым игроком в команде. То есть он, играя на позиции защитника, является лидером. Один, одним из лидеров по количеству забитых мячей и голевых передач. вот, Поэтому игра команды мне понятна. У них сильно индивидуальная, индивидуальная игра. Но перед этим сезоном Олимпик он новился, и Паук тоже он новился. Да. Ряд пришел, и Дреднер новый пришел до команды. Да, и вот опять-таки, как то, что... Как бы в команде новый тренер, наверняка есть новые требования и команда тоже с этим тренером не сыграла ни одного официального матча. То есть, да, провели товарищеские матчи, но это сборы и игры на сборах не всегда есть информативными. В этом плане у нас информация есть, но я не считаю, что она какая-то значимая. То есть, поэтому Основное то, что основные игроки остались с того сезона, команда очень хорошо выступала. Я думаю, что структура игры и вот те люди, которые были добавился добавится вот хороший игрок очень в атакующей группе, это Роберт Мак. Вот, поэтому я думаю, что он усилит игру команды и нам очень важно будет уделять внимание, вот индивидуально изучить, возможности футболистов, для того, чтобы успешно противостоять им. Вы ожидаете от пауку игры другим поверхом, игры э, комбинационной? Ну, команда возможно. не очень высокая. Впереди высокий нападающий, и, который хорошо играет на втором этаже. Если взять в целом команду, то команда не очень рослая. Поэтому на втором этаже, я думаю, что Да, при виході з оборони довгі передачі, і рослин фактурний нападаючись, как бы, но В основному игра йде внизу. Також те, що я бачу по матчам Паука, треба очікувати дальніх ударів, тому що достатньо люблять пробувати. Да. В принципі, переграли в останньому товариському матчу Nartosis, П'ять матчів товариських зіграв, зіграв Паук на даний mm -hmm. момент. Програли перед Симаяксу. Тобто, в принципі, тут суперники були достатньо ну, зіменами. Аякс, Гент, який нещодавно був суперником українського клубу, Венло, Голландський, грали проти голландців, кіпріотів, бельгійців. Можна сказати, що вони якось через ці матчі намагалися змоделювати свою гру. От, як ви думаєте? Ну, безусловно, для цього є і збори, для этого є і ці ігри, в яких, мабуть, новий тренер прививає. Ты свои, свои какие-то идеи безусловно они отрабатывали какие-то налаживали игровые связи поэтому но я не думаю что эти матчи на эти матчи вот надо опираться как на таковые как на таковые почему потому что в любом случае это сборы в любом случае эти были игры под нагрузкой и официальный матч он будет я думаю что будет другим Це зовсім інше. Спаринг одне офіційно поєдино. Офіційний, офіційний матч більше. це буде совсем другое. Ви як будете хлопців налаштовувати? От На чому робити акцент? Можливо, там всі секрети розкривати не потрібно, ну от загалом. Ну, безусловно. Ну, во-первых, для нас дуже важно, важно справиться психологически самим собою. для начала, правильно себе підготувати психологічески. Ну, і з точки зрения тактики, понятно, очень важно не пропустить дома. И, 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 а самим попытаться забить. Вот. Поэтому, отталкиваясь от этого, мы будем строить наши планы. Тактичная схема игры команды может как-то измениться конкретно на цей поединок? А... Чи вы уже в определенных рамках работаете? Нет, но ну, мы тоже что-то наигрывали, mm -hmm. то есть есть определенные требования, которые как бы, предъявляются. Но опять-таки, в каждой игре мы двигаемся тоже учи с учетом соперника, с учетом их сильных сторон. Поэтому мы, разобрав игру соперника, то же самое, то, естественно, будем давать индивидуальные задания, чтобы перекрыть сильные стороны их игры. И в любом случае наша задача найти их слабые стороны. Ви згадали про Лео Матоса, який в захисті дуже сильно грає в палку. Також у нас люди запитують, хто найцікавіший гравець в палці. Кого ще можна виділити? От Лео Матос, форварди сказали, високий є, так приходить новачок. Е, ну Роберт Мак. Так, Роберт он, Мак. Він грав в Зеніті і Мірча Луческу його дуже хвалив. Тобто, поэтому я думаю, що этот фігура така значуща буде в грі Паука, Плюс Кампуш тоже. Команда опытная, команда старше нас, очень много футболистов, которым по 30 лет. То есть это футболисты, которые уже футболисты опытные, футболисты с багажом. Поэтому, да, возможно, на этом фоне будет выделяться вот Роберт Мак, я думаю, тот же Лео Матос. Вот Кампуш тоже хороший, это... португальский вингер. Вот, поэтому но есть еще группа вот индивидуально сильных футболистов. И каждый из них может как бы угрожать нашим воротам. Поэтому э, значимыми, наверное, вот футболистом будет, я думаю, что Роберт Мак. Вот. А, так, по сути, это такая ровная, опытная команда. Можно сказать, это еще досвид будет на боце Пауку. Ну, безусловно. Без, безусловно. То есть эта команда, ну, это, это мы не будем скрывать, команда э, выше на сегодняшний день э, уровнем, чем мы. Но опять-таки, то, что Паук будет являться фаворитом, ну, с точки зрения результата итогового матча, это еще не вопрос. Ви сказали, що головне вашим хлопцям справитись з психологічним тиском, так, оце під підійти е, спокійно до поєдинку. Але з іншого боку, цей адреналін він може і допомогти. Опять тими процесами спортсмен має уміти управляти, тобто mm -hmm. треба вміти і настроїти максимально на ігру. но и не перекрутить себя так, чтобы ты переживал, чтобы тебя трусило в игре. То есть надо иметь такое равновесное состояние психологическое, которое позволит тебе быть и сконцентрированным максимально на футбольном поле, но в то же время и ты не должен себя передавить, пережать. Потому что футбол ⁇ это игра, и в игре надо иметь состояние души для того, чтобы на поле проявить и свое творчество, чтобы ты был не передавленный, не пережатый, не закомплексованный, потому что там такие же люди, да, э, до хорошего уровня футболисты, да, все, но в футболе все возможно, у нас есть команды, э, это Шахтер и Динамо, которые не слабее по ока, это точно, с которыми мы играли, и у нас получалось в этих играх добиться положительного результата. Поэтому мы, конечно, должны понимать потенциал, силу соперника, но все равно при этом верить в свои силы. Щоб хлопці не зажались, щоб показали себе, це може допомогти і підтримка вболівальників, і, так підтримка рідних людей. От ви очікуєте на матчі е, київську публіку, яка буде ну, за Олімпік, тому що в принципі от команду підтримували в матчах, які вона проводила там і на банніка, навіть хоч не багато людей, але було. Тим паче тут буде суперник з-за кордону. Тобто люди захочуть підтримати свою команду. От як ну бізусловно, я думаю, хотілося би, щоб. пришло как можно больше болельщиков, чтобы на стадионе была у нас тоже атмосфера, и чтобы своей поддержкой зрители где-то помогли команде, потому что это действительно влияет на футболистов, когда футболисты чувствуют шум трибун, когда их гонят вперед, когда это тоже ну, влияет на психологию футболистов, это давит на команду соперников. Вот. Поэтому, безусловно, нам бы хотелось, чтобы пришли зрители и поддержали нас. Люди спрашивают у нас, э, какие были премиальные, и были они вообще за от, выход в Лигу Европы, и чьи они дали за проход Паука? Премиальные были и за выход э, в Лигу Европы, президент обещал, и будут премиальные за проход Паука. То есть, мотивация, крим, мотивация, спортивная, да. и финансовая. Не, без, безусловно, кроме спортивной, я считаю, и должна быть, потому что, ну, должна быть финансовая, потому что в любом случае футболисты профессионалы, они играют тоже за деньги, и это важно, когда ты за, за победы получаешь какие-то премиальные, поэтому это важно, это тоже является мотивирующим фактором. Так, часть психологии. Конечно. А какие Конечно. вы ставили цели перед командой на сезон, вообще? перед были? Вы знаете, мы... приезжал президент, мы разговаривали на эту тему, вот. но планы на сезон, мы будем опять-таки, хочется строить планы, которые будут соответствовать нашим возможностям. Для этого опять-таки, как бы я возвращаюсь к тому, с чего начинал, мне надо как бы понимать потенциал нашей команды, и для этого мы должны сыграть 5-6 игр то есть, планы, которые мы можем строить в начале сезона, они, конечно же, могут корректироваться ну, по ходу сезона. Поэтому не надо, я считаю, строить каких-то завышенных э, планов. Почему? Потому что ну, э, ничего не происходит. Ну, просто так э, за какой-то период времени опять построить новую команду, учитывая то, что у нас. Вот, опять-таки, в последних, ну, в первых матчах чемпионата у нас очень много играет молодежи. Это говорит о том, что, ну, где-то в любом случае это отразится на результате. И я жду, когда подтянется тот же Илья Михалев, потому что мы, я на него, приглашая его в команду, я рассчитывал на него, как на футболиста, который сыграет первым номером, но на сегодняшний день... Йому надо підтягувати свої кондиції. Я бачу, що він на сьогоднішній день не готов. Роман Миколаївич, підходимо до завершення нашого спілкування і така філософська частина остання, так. Ви з Олімпіком з самого самого початку, так? От ми з вами до ефіру говорили, що це така історична подія для клубу, для вас особисто. От, які у вас з цього приводу думки в голові взагалі? От, ви дійшли до Ліги Європи, до кваліфікації, турніру? Знаєте, я... У меня мысли такие, что раз э, так получилось, что нам вып выпала честь представлять нашу страну в Еврокубках, то хотелось бы не просто поучаствовать, а, а пройти дальше, то есть и показать достойную игру э, и ну, добиться каких-то результатов и здесь. Я понимаю, что это сложно, я понимаю, что вес соперников значительный, но все равно я перед собой и перед командой буду ставить задачу однозначно пройти. То есть и двигаться от игры к игре. То есть что у нас из этого получится, ну как бы мы посмотрим. Но задача однозначно не просто поучаствовать, вот, а несмотря на все наши вот такие трудности, которые есть с формированием команды, все равно, все равно пройти, потому что все-таки Команда соперников еще не сыграла ни одного матча. Все-таки у них новый главный тренер. И это может быть как плюсом, так и минусом для них. Просто все зависит от самих нас. Если мы сможем как положено подготовиться, то я уверен, что слабые стороны в любом случае есть и у соперника. Мы их просто должны найти. З президентом клубу, паном Владиславом Гельзеном, була розмова про Лігу Європи загалом, про що, що він казав про Жере про ПАО, як, як президент ставиться. Ну, він теж розуміє, що это серйозний соперник. Вот. Но, опять таки, он так же, как и я, максималіст. І я знаю, що он вірить в нас те же самое, понимая, Всю ситуацию, которая сейчас происходит в команде, он тоже верит и хочет, и требует, чтобы мы как бы прошли, прошли и двигались дальше. Поэтому э, так получается, что мы как бы вот вместе э, двигаемся, мы вышли на достаточно вот, высокий уровень. Э, как бы, но опять-таки, не хочется на этом зацикливаться, не хочется останавливаться, а хочется двигаться вперед. Дякую вам, пане Романе. Спасибо. повністю підтримуємо вас. Бажаємо вам успіху в четверговому матчі проти Паока. Я думаю, що Київська публіка прийде на стадіон. Як я вже казав, це українська команда грає проти зарубіжної. Це треба підтримувати. Шановні друзі, дякуємо вам, що слідкували за нашим ефіром. В гостях студії телеканалу Експорт та порталу Експорті був Роман Миколаївич Санжар, головний тренер Олімпіка Донецького. Вболівайте в четвер за команду в матчі проти Паука в кваліфікації Ліги Європи. До зустрічі.